Ну что, ребятки, я еще раз вам говорю всем, что очень приятно встречаться с подписчиками. Целый шерп набился. Вот, а сейчас мы поплывем. Мы сплаваем до того острова, там постоим, правильно, да? Да. Никто же не против. Не бойся, я сам боюсь. Я не боюсь. Ломало. Все, ребятки, мы добрались до острова, походили по нему. Все, поехали. Ну вот, народ после изнуряющей гонки наводит порядок. Вытекает шелуху от семечек из кузова. Тут у пацанов все нормально, чайник стоит. Волновались, семечки ели. Да. Слушай, ну что, бодренько достаточно пролетел. Так. Прям этот, как это? Пуля. Как пуля, как бешеная табуретка. Вау-вау-вау. Да, главное будет завтра. Завтра будет супер замес. Ну, ребят. Вот такие вот замечательные кубки будут раздариты. Я надеюсь, сегодня было интересно, хоть и не очень долго и не напряжно, но, по крайней мере, весело, весело. Зрители и участники, да, должны были остаться довольны, мы отлично прокатились. Значит, сегодня мы будем сейчас вручать призы в трех номинациях. Это лучший плавающий вездеход, самый быстрый вездеход по прямой дистанции. И вездеходы, которые хорошо управляются и хорошо могут проходить несложный рельеф. Значит, призы по результатам сегодняшнего дня предоставлены компанией Одинол. Это смазочные материалы и технические жидкости для наших автомобилей. В категории «Лучший плавающий вездеход» третье место занял экипаж машины 13. Это вездеход «Богатырь», Бровка Владимир и Юлов Сергей. Прошу. Каким результатом? Значит, второе место. Удивительным образом, для некоторых мистическим, заняла гусеничная машина. Это машина Тингер. Я, короче, вам полное имя. Да. Все были в шоке. Делать стула. У меня в памяти немного. Ее не кормили. Самая лучшая плавающая машина. Как говорится, лучше в мешках бегает не тот, кто лучше бегает, а тот, кто лучше бегает в мешках, да? Первая машина – это машина Ромб. Да. Вашуков Рома и Вашуков Алексей. Прошу. Ура! Мы с мотором были, да? Опыт! И немного будущего мотора. 5 сил плюс. Ура! Ура! Следующая номинация, назовем ее просто «Змейка». Это машины, которые трасса вокруг вешек и, соответственно, объезд небольших там геометрических препятствий. Третье место. Красная «Багги», Гаврилов Михаил и Батаев Илья. Второе место. 99-й стартовый номер. Вездеход «Шмель», Кашуров Михаил.
дорогу. Первое место. Очень спортивный экипаж. Это опять экипаж вездехода Тингер. Супер! Молодцы! Браво! Ура! Следующая номинация. Это драг рейсинг, 402 метра гонка с разворотом. Третье место в данной номинации занял экипаж 33-й стартовый номер Сатун. Второе место. Экипаж номер 20. Вездеход Лесник. Горбачев. Ну и несомненно, самая быстрая машина, наверное, которая здесь присутствует, это снова третий номер, красная бага. Гаврилов Михаил, Батаев Илья. Пацаны, я вас поздравляю. Спасибо. Крутямба. Готовимся к завтрашнему дню. Что, у вас заправка сейчас, да? Да, заправляемся. Собираем. Надо бегемотика накормить. Завтра, надеюсь, вообще первый. Не, ну тут надо быть аккуратнее, потому что можно получить столько призов, что бросить жалко, а увести невозможно. Так вот, поделимся с вами. Так, ребятки, все официальные части мероприятия были на сегодня завершены. Начинается неофициальная часть этой внедорожной вакханалии. Посмотрим, что здесь происходит. У кого что, кто как готовится, кто что делает. Вот, народ заправляет машины-вездеходы. Ничего себе. Это что у нас? Это Хайлюкс. Да, это старый Хайлюкс, ребята. Вечернее пристанище Лесника. Давай заезд. Все, после заезда все перемешано в машине. Кубок вон лежит. Че, Миш? Вон кубок. Кубок, давай, да. Покажи всем кубок. Да, давайте покажу всем. Давай, кубок. У нас будут эксклюзивные кадры кубка. Да, Лесник, по крайней мере, уже не зря побывал, да, на этом мероприятии. Заработали вот кубок за второе место. Решили так, может, даже дома так одну палочку стереть, может, и за первое как бы покатит. Да, кстати, можно, да. Так, ну что, поздравляем. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы сейчас вас до вас дойдем, у нас маленький есть этот. Вкусняшка. Карелии. Сувенир карельский. Рыбка. Рыбка, копченая рыбка. Очень вкусная. Карельская. Даже красная. Даже красная. Ну, мы будем с нетерпением ждать. Тем более они. Поздравляем, поздравляем, поздравляем. То есть там как? А закрыть тебя? Да, шумануть. Да. Значит, у нас что? Шатается. Шатается, да. Потому что он шатун. Само за себя название говорит. Побежим вот на этот огонек. Там стоит шмель. Еще какие-то там планетоходы интересные. Может быть, там даже нальют горячего чая. Улыбайся. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Догнай на фоне та хоть Маша, ну он видно. О, все тут, да, все как все надо. Итак, народ, всем доброе утро, всем привет.
Участники стоят, моторы рычат, все на старте. Вот так выглядит старт, старт гонки по болотам, по всем этим весям. Вот машина! Так, ребят, состоялся старт этой супергонки по внедорожью. Пожелаем всем участникам удачи. Всем добраться до финиша без поломок и пройти достойно эту достаточно тяжелую трассу. Ну вот, ребят, налаживается погода. Подходят к нам подписчики. Подходят, смотрят технику, спрашивают о том, куда мы дальше соберемся поехать. Что нового происходит. Вот, это страшная тайна, мы никому ничего не рассказываем. Так вот, есть, ничего не вот, говорят. Вот. Все потом увидите в видео. Все покажем, все расскажем. Там еще 7, да? Да. А 4, туда же идут, 4, правильно? 4 да. Туда, да. 2 только что, минут 10. Шатуны были уже? Шатуны? А, там Шатуны еще, да? Мы ехали, на мы ехали, они только переезд переезжали. Мы и мы здесь уже, наверное, минут 40. Мы наши проехали. Заехали, то есть это 18-я точка, наверное, была, да? Переезд. Последние, последние идут они или нет? Да, да. Последние? Последние точно шатун. Вообще 4 машины в группе идут. Самые последние. Вот они, говорю, им еще идти, идти дальше. Последний белый, скорее всего, да? Белый, белый, да. Надежный половинки автомобиль. Не разделились, да? Вот это надежный автомобиль. Едем за всей гонкой, короче, пытаемся догнать. Вот у нас отставание где-то около часа, наверное. Последние машины, они вот когда проезжали, чтобы мы были, проезжали. Вот где-то мы на час больше выехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
успел их полез, а ты походу объехал, да? Ага. Ну а так, ну так, ребятки, мы на час позже где-то выехали и догнали Шатунов. Ребята уже никуда не торопятся, походу. Как вы? Нормально, там в конце было. Чё ты опоздал-то? Да? Обед закончился. Ну что, пропустите, пройдем мы. А ты последний? А мы же не участвуем, мы просто догоняем вас. А едешь последний или нет? Да, больше никого вроде за нами. Никого? Чё, все впереди, что ли? Да. Вы давно здесь сидите-то? А? Давно сидите? Сидит? Нет, только что. Понятно. Очень хорошо у нас. Лучше, чем ты его парень.
намного быстрее ехать, а Серега едет медленно. Поэтому... Хапнул ты, Борюшка, в эту поездку. Очень медленно едет. Походу едет на нижней передаче на самом деле. Ну как вы там? Насколько тяжелее он? Видишь, у него осадка выше оси ступицы. Thank you.
Все, приехали. Цепь, что ли? Что, вытащить может вас? Ребят! На сухое-то вытянуть? Да? На сухое вытянуть? Давай я сейчас объеду спереди.
точно же. Ну, мало бы их следу проверить. Ну, попробуем, что мы теряем. Колесо болтается левое. Не-не, это не резина, это колесо болтается. Гайки уже отвоняют. Гайки нет. Да, 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 да,
уже одну гайку потерял, надо тянуть. Сейчас без колеса останешься. Ну колесо болтается вот так у тебя, в этой плоскости. Причем оно еще сильнее стало болтаться. У него заднее левое колесо болтается. Ну он с чего взяли, видно, с чего есть. За баллон дымать? Сейчас понаблюдай за ним. Пока светло.
болотом. Две свои шевелятся и сдвигаются Ребятки, у нас перекус небольшой, сделали бутербродики быстренько. В этом нам помогли якутские ножи от стальных бивней. Если вам нужны такие ножи, можете по ссылочке в описании приобрести со скидочкой нашей. Ножи очень хорошие. Дорогу догнали, курим, отпускаем, догоняем, курим, отпускаем.
едет, так невозможно ехать медленно. Это топливо запалить. Безопасно. Затопить безопасно, конечно. Не лосянешь. Медленно, шипер, уверенно. Не зайца никакого, да? Не шарды горит. Конечно. Ну да, не естественно. Да, и потихоньку. Жирно водить наблюдает. Появился какой-то. Угу. Жижа какой-то запах. Горячий. А? Коробка, коробка горячая. Да. Ну, она заклинила. Да, да, конечно. Молодец, молодец. Конечно. Ну что, ребят, вот подъехали. Ребята на шатунах забрали у нас людей. А у нас какая-то проблема с коробкой случилась. Будем выяснять, разбираться. Мы-то можем стоять сколь угодно долго вдвоем и ночевать и прочее. А люди с нами были, их надо было эвакуировать. Вот ребята на шатуне согласились их. Да, вот так, ребята. Короче, грядет у нас замена коробки в болоте. Да, коробка у нас расцепилась. Коробка уже, да, что? Почти 1000 часов прошло в таких режимах, что, скорее всего, устала. Просто пришло время. Мне уже была стружка, да, видели, надо было, конечно, уже принимать превентивно меры. Вот мы не сильно обратили на это внимание. Ладно, хоть шатуны у нас забрали людей. Человек везут их в лагерь. Так, ребятки, из Питера выехал вездеход уже. Часа через 3 будут у нас запчасти. Мы будем готовиться. Наше движение. Да, будем разбирать. Позвонили мы на ШЭРП. Там оперативно отреагировали на нашу просьбу и выслали запчасти. Приедет сейчас специалист и приедет еще один вездеход. Да, Мишанька наряжается, он крутой комбез. Стерильно все должно быть. Я в ШЭРП лазить без комбинезона. Да. Сильно руками шумит, он разойдется по швам. Сейчас надо вот добраться будет вот туда, до коробки. Ёлы-палы, а. Лёлик! Помогите! Сос, да. Сос! Да, тут у нас тут полный сос. Так, ребятки, мы продолжаем разборку. Да. Подъезжали сейчас вездеходы, вон они там идут, буксовали. Подъезжали вездеходы, мы ребятам слили соляры, у нас был запас. У всех топлива мало, потому что говорят, почему-то километраж по трассе гораздо больше, нежели заявлен был. Вот такая вот ситуация происходит. Нам-то она уже все равно ни к чему. Мы ждем наш вездеход, коробку. Будем все ставить и ехать. Так вот, участники подъезжают к нам все. Ребята заблудились немножко просто. Пытаются, у них навигатор не работает.
И ночью они подзаблудились. Уже думают, как сойти с трассы и доехать просто до лагеря. Все устали уже. А он и шерп едет. С нашим запчастям. Ну вот, ребятки, шерп приехал. Шатун догоняет, мы по времени успеем, еще две точки надо взять. Давай, фу, блин, придурки. Давайте, пока. Так. Ребятки, время у нас 6 утра. Мишаня героически ставит пробку. Он помог Юру поставить ее на место. Вместе поставили, зацепили сцепление. Поставили на место карданы, а собираю все на место сейчас. Мелочок забиваем. И часам к 7 к 8 должны поехать. Такой капец. Ребята, шерпа уехали уже. Мы одни в болоте, спать будем прямо здесь. О, народ! Мишка с ума сошел. Раздевается. Спать быть хочу. Бабочка родилась из гусеницы. Прощай, полиэтиленовый костюм. Больше им не потеть, не в тебе. Будешь ты валяться в мусоре. Он так потел, я так мерз, елки-палки. Соединялся бы ко мне и потел бы со мной рядом. У меня такого костюма не было. А то гаек много было разных. Все, ребят, закончили мы замену коробки. Это все убирает. Все убирает на коробке. Все, мы сейчас поедем, ура! Попробуем поехать. Устали. Звоню, думаю, ты еще спишь? Не, мы вообще не спали. Ага! А вот и мы! А вот и
стоим и... А что, уже все уехали, что ли? А, нет, вон, молодец, он стоит. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.